каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Программа переселения граждан из аварийного жилья 2013-2017 годов по состоянию на 19 апреля фактически выполнена на 50%. Отчет о ходе реализации программы представил Минстрой Республики. С ее начала в регионе в общей сложности было построено 25 многоквартирных домов, в которых смогли улучшить жилищные условия 917 семей или более 2600 человек. В отчет пока не вошла 31 квартира, несмотря на то, что помещения полностью готовы к заселению. По существующим правилам фонд содействия реформированию ЖКХ вносит новое жилье в свою статистику только после того, как на него будет выдан ордер. Оформление указанных квартир затянулось из-за того, что у переселяющихся в них граждан оказались не в порядке документы на прежнее жилье. Кроме того, в переселенческий фонд еще не включен дом по улице Московской, 121 в Кызыле. Девятиэтажка общей площадью более 8 тысяч квадратных метров рассчитана на 255 семей. После того, как строение будет передано мэрии и поставлено на кадастровый учет, здесь справят новоселье в общей сложности 510 человек. Вместе с ними, а также ожидающими ордеров жильцами, уровень выполнения программы составит 64%. После этого в Туве по этапу 2013-2017 годов останется переселить 665 семей или 1929 человек. Все они жители Кызыла. Для них строится 13 домов общей площадью около 25 тысяч квадратных метров. Их своевременная сдача была сорвана недобросовестными подрядчиками. Одновременно с завершением обязательств по программе 2013-2017 годов республика продолжит в 2019 году реализацию программы переселения этапа 2018 года. По информации Минстроя, на эти цели в региональном бюджете предусмотрено более 255 миллионов рублей. 18 апреля в Кахемском районе Тувы проходил третий этап всероссийских командно-штабных учений по ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате природных пожаров. Выполнялись практические мероприятия по защите села Сырыксеп от перехода лесного пожара на населенный пункт. По легенде тренировки на территории Кахемского района установилась сухая ветреная погода. Неподалеку от села Сырыксеп возник лесной пожар, который перешел на населенный пункт. В тренировке были задействованы силы и средства районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 65 человек и 13 единиц техники. Отмечается, что федеральные командно-штабные учения проходили в течение трех дней с 16 по 18 апреля. В ходе масштабных учений в субъекте отработан целый комплекс мероприятий – оповещение и сбор руководящего личного состава органов управления, уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС, проверка системы оповещения населения, информационный обмен и слаженность действий сил различных уровней. Монголия приняла предложение главы Тувы Шалбана Караола об организации совместной выставки в рамках мероприятий, посвященных 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Министр обороны Монголии Нямангин Энхболт известил его о своем согласии официальным письмом, где сообщил, что поручил Монгольскому военному музею направить в Туву своих представителей и выставочные материалы, рассказывающие о победе советских и монгольских войск над японскими оккупантами в боях на реке Халингол. В Монголии это событие отмечается как государственный праздник. В подготовке экспозиции с монгольской стороны будут участвовать сотрудники Улан-Баторского дома-музея маршала Советского Союза Жукова. Именно под его командованием советско-монгольские войска разгромили группировку Квантунской армии, вторгшейся на территорию Монголии. Музей является филиалом Монгольского военного музея и был создан в 1979 году, в год 40-летнего юбилея победы на Халинголе. Он размещен в здании, где Жуков проживал с семьей с сентября 1039 по май 1940 года. В письме глава оборонного ведомства Монголии обратился к главе Тувы с встречной инициативой. Он предложил сделать сотрудничество между Монгольским военным музеем и Национальным музеем Тувы долгосрочным. В ходе организации и проведения предстоящей в Кызыле выставки их представители обсудят вопросы заключения соглашения о сотрудничестве.
Минтранс России проведет эксперимент по мониторингу и контролю пассажирских перевозок с использованием единой федеральной системы «Платон», сообщает издательство «Российская газета». Подготовленный ведомством проект постановления правительства предполагает проведение эксперимента в срок до 15 октября текущего года. Система «Платон» обеспечивает учет и контроль пассажиров, транспортных средств, перевозчиков, бронируемых и продаваемых билетов на регулярных и заказных межрегиональных перевозках автомобильным транспортом. Пассажиры и перевозчики будут участвовать в эксперименте добровольно. Его результаты будут оценены до 31 октября. Доклад направят в правительство. Операторам системы мониторинга и контроля на безвозмездной основе будут современные технологии пассажирского комплекса. Эксперимент будет проводить Минтранс. Ранее глава ведомства Евгений Дитрих заявлял, что пассажирские автобусы могут быть оборудованы устройствами системы «Платон» для выявления тех, кто нарушает требования дорожной безопасности. И о курсах валют. Доллар стоит 63 рубля 96 копеек, евро 71 рубль 93 копейки. Распродажа телевизоров в ценоломе. Телевизоры с выходом в интернет от 10 999 рублей. Ценолом. Современный телевизор в каждый дом. Для тех, кто любит водные процедуры. Для тех, кто любит уход за собой. Для тех, кто сам себе спа-салон. Магазин «Химтоп» – товары для красоты. Натуральные, органические, безопасные. Айона Курсиди, 103/2. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях, наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». В Туве сотрудниками полиции задержан еще один из трех находящихся в розыске граждан, сбежавших из изолятора временного содержания. В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина обнаружен в селе Кызыл-Мажалык во дворе одного из домов и доставлен в полицию. Напомним, что 14 апреля из помещения изолятора временного содержания Барунхемчикского района совершили побег 9 задержанных, причинив телесные повреждения дежурному сотруднику. Для координации действий сотрудников полиции в Барунхемчинском районе был развернут оперативный штаб МВД региона, который возглавил министр Александр Щур. В первые дни проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 6 сбежавших. Работа по установлению местонахождения еще 2 продолжается. С 1 мая по 15 ноября текущего года в санаторно-курортные организации Республики Хакасия и Красноярского края будет направлено более 900 детей, страдающих хроническими заболеваниями и стоящих на диспансерном учете.
С начала года санаторно-курортное лечение уже получили 690 детей, в том числе дети-инвалиды, дети-сироты, а также дети, состоящие на учете детского фтизиатра, и дети из многодетных неполных семей. Они смогли отдохнуть и поправить свое здоровье в детских санаториях «Озеро Шира», «Белокуриха», «Вулан», «Озеро Карачи», «Горный воздух», «Васильевское» имени Симашко. Пионер. По состоянию на 1 апреля на конкурсной основе государственные контракты на оказание услуг по санаторно-курортному лечению детей заключены с санаториями «Озеро Шира», «Тесь», «Красноярское Загорье». В эти учреждения с мая по ноябрь будет направлено 915 детей. Всего Минздравом Тувы в текущем году в условиях санаторно-курортных организаций планируется оздоровить не менее 2500 детей с хроническими заболеваниями. Команда Минсвязи Тувы стала лучшей в турнире по волейболу, посвященном 75-летию становления электросвязи в республике. В минувшие выходные в спортивном зале лицея номер 16 Кызыла прошел турнир по волейболу, посвященный 75-летию становления электросвязи в Туве. Среди команд Минсвязи, Тывасвязинформа, Почты России, Инкомсвязи, Ростелекома и МТС. Действуют две подгруппы по 4 команды. И каждый играет с каждой. То есть площадка позволяет, поэтому мы решили сделать круговую. В спортивном зале лицея развернулась нешуточная борьба за победу. Ведь на кону звание победителей в первом спортивном турнире в честь юбилейной даты со дня образования Тувинского областного управления связи. Яркой финальной точкой турнира стала схватка команд Минсвязи Тувы и Почты России, где представители министерства с опережением одержали зрелищную победу, став лучшими волейболистами. Таким образом, представители Почты России стали серебряными призерами турнира. На третьей ступени пьедестала почета расположилась команда «Тывасвязинформа». Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент, просто по звонку. Компания «Отличные наличные». Старый друг надежнее, чем 10 новых. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! «Отличные наличные». Займы до зарплаты. По республике переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. Днем местами 12-17 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2, -4 градуса, днем +12-14 градусов. Каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма. Распродажа телевизоров в ценоломе. Телевизоры с диагональю 108 сантиметров от 14 999 рублей. Это ли не чудо? Ценолом. Новый телевизор в каждый дом.